думал, нам крышка. Так. Подожди-ка здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вроде все на своих местах. Че? А тут окрасть-то ничего. Койка, я по тебе скучал. Вот он кайф. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные бинты и болеутоляющие. Не оставляй там мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. А бухарь? Ну ладно, держи. Спасибо. Я без него просто как голый. Черт, бухарь. Рука сама не заживет. Что ж делать-то? Нужно найти медикаменты. Найду тебе применение. Ну-ка. Само собой. На его байке я не поеду. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Не понял. Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой.
что-нибудь? Как я и говорил, те номады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну чё, неплохо. Как стемнеет, нагрянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Мы их уделаем. Кто еще кого уделает? Что-то здесь не так. Тут кто-то есть. Что там у нас? Ладно. Здесь кто-то есть. Что-нибудь видно? Есть. Ага. Тебе уже ни к чему. Тебе уже не нужны. Я что-то видел. Что это было? Черт, мертвый! Какого хрена? Чего? Что-то странное творится. Что это было? Эй, что? О, нет! Это последний. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору Олири.
Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, от одного к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Долбаные фрики. Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Где я вообще? По идее, уже недалеко. Быстрее, быстрее! Бежать! Бежать! Боеприпасы кончаются. Фу, есть. Есть.
Еще трофеи. До байка. Я уже близко. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это здесь. Мы оставили его здесь. Байк исчез. Блять! Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда? Да вы взяли мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда! Я ничего не знаю! Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал! Ну, говнюк, нет, все-таки, знаешь, я буду убивать. Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет. Люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Как тебе? Ah!
Джон, это ты? Какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. Хорошо. К нему-то я и пойду. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все пашу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не-не. Этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Ты знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дип, как... на пару слов. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и кухню. Люди в Одессе много чего говорят. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Мы с отцом здесь охотились на оленя. Строили засидку, клали под нее бизонец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успела. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон – Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка – страна свободы. Да, это точно. Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда да не... Да не, Дик. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись.
хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп! О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но я разберусь. Не сомневаюсь. Значит, у него была дочь. Да уж, Коуп. Теперь-то у нас оружие никто не отнимет, так ведь? Здравствуй. Здорово. Ты пришел с трофеями, да? Ха, ты без дела не сидел. На сегодня это все. Хорошо. Да, хорошо. Еще увидимся. Пока что все. Мне сегодня проблемы ни к чему. Да? Я могу помочь? Только посмотреть. Эй, Дик, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новость клепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он мне... Ладно, я еще поищу. Детали там. Я все устрою. Клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Прости, что...
вышло с байка. Не знал я, честно. Не смотри на меня волком. Мэннин, дай я гляну. Кто-то принес свежее мясо. Получше. Представляешь? Слава богу. Ага, минутку. Надо чего? Собираешься просто так стоять?
знаешь, что такое вувузелы? А кто такие упокоители? Сектанты, которые считают себя фриками, типа того. Так вот, эти сучки воображают себя банши. Слышали банши? Ау, Дик! Я видела только пару, это всегда женщины. Выше обычных фриков, и они... При виде людей не вопят. Видимо, предупреждают других. В общем, я нарвалась на эту сектантскую тварь с вувузел. И она дула в нее так, будто хотела натравить на меня кучу фриков. Я еле убежала. Пока. Спасибо. Да, я всякого набиваюсь. Я работала медсестрой в окружной больнице. Господи, что вы с ним сделали? Ой, там много. И меня как раз повысили до палатной сестры. Нас оповестили в первую очередь. Бухарь, ты меня слышишь? Да, Дик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет! Нет! У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Мне бы... Не знаю. Можно от боли чего-нибудь? Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Сент-Джон, это Коуп. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона – это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой.
Давай, давай! Вот он, блокпост Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря. Thank you.
Генератор. Тут должен быть генератор. Заперто. Ну давай, падла, заводись. Надо найти бензин. Заперто. Так не откроешь. Заперто. Сейчас они все сюда сбегутся. Да заткнись ты!
Так, стерильные бинты. Где они могут храниться? Теперь надо вернуться к Бухарю. Опа. Это что такое? Аппаратура Неро. Это что-то вроде инъектора. Почему бы и нет? Это вместо прививки от гриппа. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. Прилягу ненадолго.
Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Да уж, Коп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делаешь, что можешь, сукин сын. Свежее мясо. Заберу-ка. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить.
Бухарь. Черт. Бухарь! Эй! А? Что? Эй, да тихо ты, псих! Чертик. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не надо. Покажи мне руку. Не надо. Все, все, псих. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Что надо. Готово.
Это люди! Давай!
сделал? Прострелил генератор и потерял процессы? Там кто-то был! Вот и все. Куда он делся? Кто это? Thank you.
Это был последний. Господи, Коуп, скольких ты успел выбесить? Генератор, но теперь это просто решето. Ладно, думаю, хватит. Вот и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная. Ух ты ж, блядь. Фу. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Да, вот он.